скорее всего, не получится. Хотя... У Свена нет ульты, поэтому ему байбекаться, я думаю, смысла нет без ульты. Но могут Джеракса схватить. Джеракс. Ну, такой фейс-чек небольшой. Хотя просто фейс его спасают. У Свена ульта появилась, он байбекнулся. Рошан не успевает. Дайр забирают. Ой, нехорошо, как все для Нави-то получается. И Близи тоже здесь, но... Дуэль он так и ни в кого не давал, КБшки нет, 30 секунд еще. И он уже готов нападать, у него есть АХ, Primal Roar, туда глубоко вблизи. Топориками разведывают территорию, просвечивают, Эвелд что с Кристаллайз прыгивает, Кристаллайз прыгает. Надо бить кого-то, никого не дают бить, Гос Септер, стал по троим, и бить стан. Можно на развороте, Близи тоже удар сделал перед своей смертью. Минус Спектр лишает Эгиса, минус Сеп, который был, байбек Топсом поставляется, байбек и не осталось 5 секунд без него. Нимбу стоит, но на него плевать, можно дальше. Мэджикл прыгает, нужно Тосом ловить, вот он Ана, Вайпер Страйк, Зайд здесь, Нейчас Гиус удар, байбек тем временем использует, конечно же, оффлейнер команды Нави, надо гнать соперника до конца идти. Кристаллайз ныряет, вот он Ана, добивать, а Эгиса нет, бить, бить, лечит, туда к спину, Кристаллайз минус.